дорогие друзья. Лесное энтуро затягивает, когда заезжаешь в темный-темный лес. Потом нужно из него темно-темно выехать. Темный-темный лес. Хорошо, что хоть лыжники здесь накатали. Ну или почти накатали. Прошелся хоть снегоход, уже хоть, елки хлещут по лицу. Ездуны все расколбасят. Там по пояс снега еще. Темный лес, эндуро по следам снегохода. Куда снегоход зимой заедет, да и мы потом на этом накатанном, как сказать, пути можем пробраться. Но лучше должно быть. Хочется верить в это. Ну что, мои дорогие друзья, только хотел сказать что-то и чуть не оказался в сугробе. Да, это вам не пилить комментарии в ТикТок. Это эндуро, мои дорогие. И просто очень страшно ехать по зимнему лесу. Что здесь снег, волки. Очень густой лес. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И вы на канале Эдуарда Эндуро.